Всем привет! Видеоинструкция о препарате Таваник. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг. Действующие вещества левофлоксацин. Производитель – Sanofi Винтроп Индустрия. Франция. Противомикробные препараты, производные хинолона. Фторхинолоны. Показания к применению. Взрослые пациенты для лечения следующих инфекций. Острый бактериальный синусит. Обострение хронического бронхита. Внебольничная пневмония. Осложненные инфекции кожи и мягких тканей. Для вышеперечисленных инфекций Таваник следует применять только в тех случаях, когда обоснована невозможность использования антибактериальных средств, которые обычно рекомендуются в качестве стартовой терапии данных инфекций. Пиелонефрит и осложненные инфекции мочевыводящих путей. Хронический бактериальный простатит. Неосложненный цистит. Легочная форма сибирской язвы, постконтактная профилактика и лечение. Препарат Таваник в таблетках также может применяться для завершения курса лечения у пациентов, у которых наблюдалось улучшение после проведения стартовой терапии с введением левофлоксацина внутривенно. Необходимо следовать официальным руководствам по соответствующему применению антибактериальных средств. Способ применения и дозы. Таблетки принимают внутрь один или два раза в сутки. Дозировка зависит от типа и тяжести инфекции, а также чувствительности предполагаемого возбудителя. Препарат Таваник в таблетках также может применяться для завершения курса лечения у пациентов, у которых наблюдалось улучшение после проведения стартовой терапии с введением левофлоксацина внутривенно, учитывая биоэквивалентность парентеральной и пероральной форм, можно использовать ту же дозировку. Таблетки следует проглатывать целиком, не разжевывая и запивая достаточным количеством жидкости. При подборе доз таблетки можно разломить по разделительной линии. Препарат можно принимать во время еды или между приемами пищи. Таваник в таблетках следует принимать не менее чем за 2 часа до или через 2 часа после приема солей железа, цинка, антоциидных препаратов, содержащих магний или алюминий, либо диданозина, только лекарственные формы диданозина, содержащие буферные вещества с соединениями алюминия или магния, а также назначение сукральфата, так как при этом может наблюдаться снижение всасывания препарата. Разделительная линия на таблетке позволяет корректировать дозу для пациентов с нарушением функции почек. Противопоказания. Пациенты с гиперчувствительностью к левофлоксацину или другим хинолонам, а также прочим вспомогательным веществам. Пациенты с эпилепсией. Пациенты, имеющие в анамнезе заболевания сухожилий, связанные с применением фторхинолонов. Детский и подростковый возраст до 18 лет. Беременность. Период лактации. Таваник – препарат рецептурного отпуска. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!